Здравствуйте, меня зовут Мун Замбен. Я магистрант, учусь на кафедре русского языка и литературы филологического факультета университета Гурьо в Республике Корея. У меня есть вопрос. От моих русских друзей я слышала выражение «слиться в экстазе». Что оно означает? Здравствуйте, уважаемые зрители. Слово «экстаз» происходит из древнегреческого языка и означает высшую степень воодушевления, восторга, переходящую в выступление. Фраза «сольемся в экстазе» пришла в русский язык из английской кинокомедии 1958 года «The Square Peg», которая шла в советском прокате под названием «Мистер Питкин в тылу врага» и пользовалась огромной популярностью. Именно этой фразой немецкий генерал в исполнении актера Нормана Уиздома пытался соблазнить очаровательную даму, но слышал в ответ, что прежде чем сливаться в экстазе, неплохо было бы поесть. Выражение «слиться в экстазе» носит шутливый характер и используется в двух основных значениях. Во-первых, добиться полного взаимопонимания в процессе совместного осуществления какой-либо деятельности. Во-вторых, вступить в любовную связь. Учитывая эту двусмысленность, употреблять выражение мы рекомендуем с крайней осторожностью и только в общении с хорошо знакомыми людьми. Или же не употреблять вообще. Русский язык – великий, могучий и берущий свои богатства из сокровищницы мировой культуры.